Команда дана. Стоять здесь, говорю. Смотри. Колесница. Так. Дрова все пришли. Батюшка с самой весны напоминал о дровах. Дрова в школу все привезли, на храмы для школы. Так что ты, Нищен? Дрова все привезли? А? Нет. Не все. А когда привезете? Это когда со снегом они будут такие? Из дома на работу носить. Люба, уже это, мы топить начали уже. Люба, что? Ну иди поскорее, спить тебя ждут. Нечего, потом вы подойдете и будете целоваться. Так, поближе, чтобы слышно было. Я на неделе объявлял, кто может, придите нам, помогите. Мы решили защитить дамбу. Разъеденная, он, Игорь Александрович приходил, смотрел. Привозил. Мы не можем никак ничего. Успели заготовить, Роман помог нам. Сваи заготовили около 200. Аж курить. Легкое дело, самый острый ножик. Вот даже Людмила Анатольевна прибежала. 3,5 уже успела сделать. Там везде, понимаете как? Я прошу на понедельник еще придите, там что осталось. И там я маленькие положил, они нам нужны будут при входе, где вода идет. Мы там небольшое ограждение сделаем, потому что вода подмывать стала под это. Люба, придешь? В понедельник нет, во вторник приду. Нам в понедельник бы закончить. Так, в понедельник кто может прийти? У Володи там лежат. Значит так, я сейчас скажу, скажите там это. Отцу, он главный, старший. Помогите, вчера они сколько сделали. Так, Ося, где он у меня? Здесь. Тут. Ося вчера был, помогал колотить. У нас две кувалды. Володя до этого один бил. Володя подошел и говорит, он делает в 2 раза быстрее меня. Удар сильнее у него, чем у меня. Ося, ты мог бы завтра на день к нам прийти? Ну, завтра нет, послезавтра. Понимаете как? Мы не можем нисколько ждать. Нам, конечно, это невозможно. Потому что надо сваи, сколько, меньше полпруда осталось, забивать. А потом саманить. Там минимум должно быть 4 хороших человека, не считая, кто сено подносит. Мы же делаем это не для себя. Ну, разница большая, где делали, не делали, Игорь. Да. Даже сравнивать не с чем. Мы выравниваем все. И туда проникнуть просто так бы мы промаслили это. Сейчас разбитое. А это дерево сырое забивает, оно в дребезги, свая разваливается. Теперь будем подрезать их. Подрезать. И сверху еще посмолить как следует. Береза и осина, это любимая его пища. А мы из него решили сделать. У нас нет больше нечего делать. Вокруг, который можно было клен, мы вырезали. Но мы его смолим. Я думаю, если он будет грызть, он придет домой. А бобриха придет целовать и скажет, что с тебя как наркоман воняет-то. Вся надежда на бобриху, что она его оттолкнет. Так, даже Ирина пришла. Завтра кто может прийти? Ну, как интересно. Там подготовка к этому, ко вторнику. Во вторник машины идут в город. Что машина не... Ну, не знаю, Игорь-то не идет, через неделю только. Я говорил об этом. Стояла... Машина. Больше месяца наша машина, газель. В раз нету. Никто ничего мне не говорит, ничего. Где она, знать не знаю. Да поехали, поди к Ольге. А? К Ольге поди. Ну мне зачем гадать? Ну можешь хоть одно слово-то сказать. Одно. Это что означает? Как я должен понимать? Дружеский акт? Молились. Человек приехал. Ни одного слова, ни звонка, ни записи. Что это означает? Что, вам непонятно, что означает? Прежнего человека нету. Это означает, там договор был, чтобы с нами не сообщаться. И мне не надо, я знаю, как там внутри комнаты разговоры, в тайной комнате разговор шел. Поэтому ни одного звонка, ни одного. И поэтому машина стояла, отремонтировать невозможно. Приехал в один день, отремонтировал, уехал. Я должен что-то думать или не думать. И здесь я никого в глаза не видел. Я никого не видел. Это означает, с той стороны или я опять дорогу туда проложу. Не надо гадать. Воспитывайте детей, мужчин были, чтобы не подкаблучники. Они никому не нужны.
Но на этом не остановится. У нас определенная выработанная система. Вначале ропот недоволен. Второе, таится. Его нигде нет. Третье уезжает. Вчера в окно смотрю. Едет человек. И что он там везет? В окно. Что он вез? Корову. Корову. Что означает? Сначала недоволен, дальше скрылся, нигде ни разу не появился. Ты разъясняй молодым-то. Вчера уже все. Любит Потеряевку, служитель Потеряевки, Алеша. Ну что ты, слепой? И вот теперь к безбожникам среди них. Отец Геннадий Фас говорит, когда сняли запрет поселяться где хочешь немцам, а они-то в гонении были-то, наши родители искали только одно место, где есть дети верующие и где есть верующие наши, менониты. И туда приехали, и вот воспитали его. И старший брат его был Вильгельм. Вот как дело там стоит, что надо искать, где церковь есть. Он свою искали, они называли церковью. Это он говорит и пишет. Какие родители, я не видал их, не знаю. Но это самый единственный правильный путь. Вот что тебе надо искать. Лучшего места для воспитания детей, чем Потеряевки, православие, я не слыхал и не знаю даже. Смотрят, наблюдают все свои, не курящих, не пьющих, не мотошинников. Да что еще надо ребенку-то? Он же все это впитывает. Так, мы завтра, конечно, там будем. Мне очень жаль. Если завтра не придете, послезавтра. Послезавтра обязательно. Так, кто послезавтра придет? С ножами все, что были. Женский пол. Кто еще придет? Постараемся. Надо добить там, добить. И которые маленькие лежат, отдельно отбросили. Мы вчера после церкви пришли, втроем все сучки обрубали. Мы приготовили все. Ладно, другой еще вопрос. Ося. Ты, о, сейчас, подожди, Сося, договорись. Пожалуйста, сможешь завтра? Завтра нет, у меня руки уже, ложку даже. Давайте на вторник перенесите, что вам тяжело? Отдохнуть же нужно, сил набрать. Во вторник. Отдохните, все, мы-то завтра будем работать, мы не можем. Погода и все остальное, мы еще к огороду не прикасались. Мы уедем, так останется, это уже определенно 100%. Никто дальше из вас не будет делать. Это говорит батюшка, и все знают это. Нам нужно сделать, у нас времени нет. Уже первое число. Ну, во вторник мы придем, поможем, доделаем. Там. Понимаете, вот сколько туда? 150 метров, я посчитал. И каждую туда-сюда, туда-сюда. Я ходил. Утром смотрю, у меня везде кровь течет. У меня прорвалось что-то там. А я по две эти сваи таскал. И утром просто крови. Сегодня тоже иду кровью. И не по мне эта работа. Но однако все мы сделали. Сваи все растащили. Почти все осмолили. Сено привезли, вчера уже скидали наверх, чтобы не коровам досталось. Мы работаем, нам всего один крепкий человек завтра. Кто мог бы сваи заколачивать? Мы завтра будем там, нам нельзя откладывать никак. Дальше снег. Если Серафим, Володю позвать. Кто? Пенсионеры заколачивают. Там Володя Устинов просился. Я сказал, Володя, ну куда ты? Ну что, я пойду? Лося, тяжелая работа. Мужчины спрашивают, при чем здесь? Большая тяжелая работа. Кувалды. Кувалдой надо уже работать. Кувалды загонять сваи. Я могу пойти. Вчера, Лося вчера на 13 метров пробил. Представьте, 13 метров, посчитай. Свая к свае, почти вплотную. Вчера очень сильно помог. Мы будем... Во вторник Оська придет. Во вторник Оська придет. Хорошо. Все подготовьте завтра. Мы завтра будем самонить будем завтра. Я тоже, у меня руки сорваны, я уже берегу себя. Подождите, еще не уходите, пожалуйста. У нас же мужчины всех сорваны. Говори. У нас сегодня два именинника. Нелли Александровна и Оська. Давайте всем им пропоем долгое лето. Так, обожди. Сестра, открой-ка уши. Иди сюда. Речь о тебе идет как о живой. День ангела. Хотят пропеть. Люба. Люба говорит, она даже не слышит. Так, Ося, стань рядом. Люда, руководи. Давай. Ой, да мне много лет, уже не надо. Лето, многое лето, многое лето. Доброе лето.
навеки вечные. Аминь. Аминь. Христос. Больше, что в этом все. Аминь. Христос. Это самое главное. На занятия где будем собираться? Алена. Коля. Занятия-то. Брат. Сейчас занятия. Сейчас.